Спасибо, что вы заинтересованы и так прекрасны. Да ладно! Hey! Hey! Hey!
еще раз, привет! Плейбэк я в монитор, если там прибавить, и он в зал, если идет, ну, значит, я его вообще не слышу. Так, это прекрасно, это же прекрасно! Если вы хотите подпевать, то, конечно же, давайте вместе с нами! Спасибо, друзья.
Знаете, вот я бы дал, вот Цоя, я бы дал. Но не дам. Спасибо.
Немножко мы тут какую-то психованность, да, вообще создаем. Да. Да ладно! Следующая песня, самая позитивная песня на свете. Она о том, что каждый из нас может быть лучше, чем он есть на самом деле. И спасибо, спасибо большое, спасибо. Thank you.
Спасибо. Такая немножко у нас интервенционная, психоделичная концовочка песни. Кстати, скажите, поднимите руки, кто слышал наши... Да ладно, ну вот не поверю. Кто слышал наши песни до того, как увидели нас только что 20 минут назад? Так, я вижу, руки поднимают. Блин, классно, классно. Это очень круто. Приезжайте все в Москву, значит. Ну, все, кто хочет, приезжайте в гости. Нам, вот честно, нам сегодня очень понравилось. Мы сегодня приехали в 5 утра на поезде, и королевский прием просто нам обеспечил город Выкса. Спасибо вам большое. Следующая песня. Это лиричная песня о любви, о расставании, о прощании. Но ничто не заканчивается. Все находит свои ростки в будущей жизни. Ну, вот этого я и добиваюсь как раз таки. Спасибо.
Большое спасибо. Знаете, что я хочу сказать? Я еще сам не придумал, что я сейчас хочу сказать. Поэтому пожестче. Вот это, знаете, вот странно. Вот это очень странно. Пожестче. Обычно при этом давай что-нибудь там пожестче. Но пожестче нет. В любом случае. Ладно, я не буду спорить. Все, неважно. А то сейчас какие-то я хотел уже дебильные вопросы задавать вам. Лучше не стоит, я думаю. Я знаю, вы на любой вопрос ответите, прям вот готовы рваться в бой. Это круто, это классно. Душа, конечно, будет. Сейчас следующая песня посвящается животному под названием олень. Она называется «Oh Dear».
Спасибо, спасибо большое. У нас такое объявление. Ну, ничего, я громко тише сказал объявление. Сейчас мы сыграем последние две песни. Эти песни будут не наши. Сразу предупреждаю. Следующая песня группы Tame Impala. Вот кто знает группу Tame Impala? Кто-то знает группу Tame Impala? О, это уже, знаете, хороший показатель. Да. А вот вы сейчас узнаете, мы для этого и вот хотим сыграть. Более подвижная и узнаваемая специально для вас песня группы Pink Floyd.
И это последняя песня наша на сегодня. Еще раз спасибо. Я после песни еще раз скажу спасибо. Но я просто хочу сказать это очень много раз. Спасибо. We don't need no attention.
спасибо. Это было прекрасно. Наш сегодняшний день был лучшим. Я расскажу честно внукам. Внукам только расскажу, как было сегодня прекрасно. Спасибо вам большое. Мы Journey Online. Пока.